першими кроками мають бути такі. У Криму має бути присутня постійна міжнародна місія. Місія за моніторингом прав людини. Ця місія має бути, як на мене, за рішенням Організації Об'єднаних Націй. Є резолюція Генеральної Асамблеї, це наша територія, але ніхто не знає, що відбувається на тій території, окрім того, що показує Russian Today. Люди в масках, которые стоят вдоль забора посольства, это обычные крымчане, которые не секрет, боятся говорить, боятся открыто говорить, боятся открыто заявлять свою публичную позицию, особенно политическую, в которой Крым – это Украина, а не Россия, так как это прямой риск либо быть невъездным на территорию Крыма, либо быть политически преследованным. Если не ими, то такие преследования могут быть в адрес их семей, родных, близких. Ну, естественно, я надеюсь, что в ближайшее время появятся какие-то международные курпунты изданий в Крыму, потому что украинским журналистам, крымским журналистам, телеканалу АТР, каким-либо проектам сейчас там работать крайне небезопасно, и речь идет о каком-то подпольном существовании просто. И поэтому я надеюсь, что в ближайшее время как-то нужно вот этого еще добиваться, чтобы появились представительства международных телекомпаний, международных СМИ в Крыму.